Всем привет! У нас начались детские каникулы, и мы решили съездить на пару дней в другой городок, немножко отдохнуть, поменять вообще картинку. Вот. Солнечный берег. Все, мы добрались. Вот уже подходим к нашему дому с детками. А после обеда пойдем на пляж. Здесь очень-очень классный пляж, который называется Какао Бич. Просто огонь. Так, тут нам красивые цветы подарили. О, как красиво. Арина, что за цветы? Это же, я вообще так не понимаю, не разбираюсь. Очень красиво. И конфетки. Давай, конфетки. О, это очень вкусные конфетки, Линда. Здорово. Бассейн даже не до конца слили. Я отправилась на поиски открытого супермаркета. Говорят, в центре города есть. Вот, пойду гляну. Тут, кажется, светофор вообще отключен. Красным горит. Я все жду, когда я перейду дорогу. Наверное, пока буду ждать, я не перейду. Поэтому... Машины проехали, я пошла. Пойдемте, я как бы тут вообще, можно сказать, ну, не впервые, может быть, но ничего не знаю. Так, вот туда. Видите, какой хороший заезд на Какао Бич. Вот там мы заезжали. А вот это мост. Вот говорят, за этим мостом там все открыто, и рестораны, и магазины. Сейчас посмотрим, потому что мы находимся ближе к Несебру. Не знаю, что это, но здесь детки. Может, садик, не садик, слишком большой, наверное, для садика здание. В этом городке, в Сани-Бич, я работала сезон. В 2009 году это было, наверное, лучший, один из лучших таких моих моментов в жизни, когда ты свободен, подъем с утра, пробежка вдоль пляжа, пол дня рабочий день, то есть мы работали с 9 там до 3 и вторая смена с 3 до 9, допустим. Я работала в магазине итальянской обуви у итальянцев. День, утро, день, вечер, третий день выходной. Просто, я не знаю. А для меня не была это даже работой. Для меня это был как отдых какой-то. И на тот момент я тоже неплохо, есть как бы достаточно неплохо зарабатывала. Вот. Но классно-классно было, только хорошее воспоминание. Так, где я? Что-то я вообще не вижу магазинов. Так, смотрите, здесь вот у нас ворота и дорога на пляж. Пляжи здесь классные. Я вам чуть позже покажу. Для начала мне нужно детей хоть чем-то подкормить.
наверное, поднимемся туда наверх, к центральной дороге. Я думаю, что по центральной больше шансов, что что-то открыто. Какой-то супермаркет. Не знаю, открыт, не открыт. Сейчас посмотрим. Закрыт. О, уже 25 градусов, мне уже, я уже вся вспотела просто. Ну, ищем дальше. Вот он как будто бы не совсем вывер город, да, то есть полно машин, все ездят туда-сюда. Но вот я не могу найти магазинчики. Просто магазинчики. Если здесь я выйду, нифига я тут не выйду. Что там начинается? Вон одежду продают. Знаете, что я вот просто уже хочу? Я просто хочу хотя бы найти где-нибудь какую-нибудь тропу, которая вывела бы меня на центральную дорогу. Сплошняком отель за отелем, огороженной территорией, я даже не могу выйти в другую часть города. Там, где, предположительно, скорее всего, открыты магазины. Кажется, я нашла супермаркет, мини-маркет. По крайней мере, холодильники не пустые. Это оказалось маленьким, ничего там не кумишь, кроме чипсов и лимонада. Купила пиццу, нашла. Вот. А сейчас мне сказали, что чуть дальше, если пройти, там есть супермаркеты. Почему не купила в городе? Потому что, во-первых, тащиться с собой очень тяжело. Во-вторых, маленькая так хотела уже уехать, что просто мне не давала даже никуда дернуться. Я поняла, я уже вышла на центральную дорогу и уже практически в центре Солнечного берега. И здесь даже, я насколько помню, даже помню, какие есть торговые центры, супермаркеты крупные. И вполне себе по нормальным ценам, но я прям не думала, что я аж до сюда дойду. Ну, погуляла немножко. Вон, действительно, даже рестораны открыты. Казино открыты. Все работает. Торговый. А вот магазин Жанет. О! Почему-то я не думала, что здесь тоже Жанет. Здесь, конечно, подороже, чем Жанет, который в начале города, на процентов 30 дороже, чем в Бургасе.
как видите, жизнь кипит в центре города, несмотря на то, что город как бы курортный. Здесь местного населения вообще нет. Вот, от слова совсем. Но теперь вот он стал более оживленный. В общем, хочу вам сказать, что хорошая мысля приходит на мысля. Мне нужно было ехать на автобусе. Что-то я как-то вот не подрасчитала. И полтора, почти два часа у меня ушло на поход в магазин пешком. Еще и тащусь. В общем, скажу детям, все. А много не едим, худеем. Трудно добывается здесь еда. Сижу, отдыхаю, пока ребенок спит. Добралась наконец-то я до дома. Сейчас немножко еще отдохнем и сходим на пляж. Сходим на пляж, поиграем, покопаем. Бабочка. Вот. Это бабочка. Да. Мам, давай кука пойдем. Домой, да? Пахнет вкусно. Просто купили чай в автомате. Да. Потом зубки полоснем, да? Местный песочек просто обожать. Не знаю, чем то даже такой, знаете. Я, конечно, на Мальдивах не была, но судя по картинкам, очень похож. Белый, да. Что хочешь? Топики снимай. Снимай топики. Это самый любимый мой пляж. Добрались до пляжа уже почти 5 вечера. Очень люблю это место. Ну, особенно, когда вот нет так много туристов. Здесь такой большой, широкий, белый пляж. Потому что летом здесь вообще, по-моему, платная зона. Все расставлено. Бар, ресторан. Ну, круто здесь летом тоже. Вот, но сейчас есть своя красота, прелесть. Можно полюбоваться спокойным морем. Здесь в основном всегда чисто. Кайфушечки. Спасибо, что сегодня были с нами.